выскочил со скамейки, защитники хорошо у нас начали атаку. Там Гриша Денисенко подставил, там полез на ворота, бросил. Хорошо, что зашла. Первые две смены вообще непривычно было. Все-таки всю жизнь играли на большой площадке сейчас, да. Тут побольше борьбы, больше столкновений. Ну, тренера нам сказали, как играть на такой площадке. То, что постоянно должны быть броски по воротам, закрывание вратаря, мы должны лезть туда. Вся команда хорошо настроена, мы едем биться, поэтому дай бог, чтобы все хорошо было. Настроение хорошее, выиграли. Конечно, все прекрасно понимают, по большому счету, очень интересный, очень важный турнир. Можно, так у нас говорят, что это практически чемпионат мира для 17-летних. Мы специально просили судей, чтобы нас судили построже, чтобы попробовать наиграть и большинство, и меньшинство. То есть то, что мы хотели, прокрутили сочетания различные в обороне, в вратаре. Хотелось бы федерации сказать огромное спасибо, что нам дают неделю. Практически мы едем пораньше, это и акклиматизация, и тренироваться мы будем на маленькой площадке. У нас будет два товарищеских матча на маленькой площадке. С большой на маленькой легче. Сразу играть и броски, все, подворотами. Супер, классно.